Якутяне завоевали все золотые медали прошедшего чемпионата России по масс-рестлингу. Соревнования прошли в городе Долгопрудный и собрали более 120 спортсменов из 19 регионов страны. Якутия выступила солидным составом, выставив две полные команды. В результате копилка медалей республики пополнилась на 12 золотых, 9 серебряных и столько же бронзовых. По словам тренера, итог ожидаемый, так как все победители являются членами сборной России. Впереди у спортсменов уже первый этап Кубка мира, который пройдет в городе Алма-Ата. Заметно прогресс спортсменов из Кабардино-Балкарии. Они очень упорно сопротивлялись, дали очень хороший бой нашим ребятам. И из них некоторые ребята завоевали места в сборной России. И у других ребенок тоже есть прогресс. У них тоже развиваются тактико-технические данные. Поэтому надо держать себя в форме,